Шокирующая история из Италии. Полицейские установили личность женщины, чье тело в конце марта нашли местные жители. Все случилось в порту Римини. Люди обратили внимание на чемодан, который находился в воде. Мы вытащили чемодан на берег и открыли его. Мы обнаружили тело и сразу же позвали экстренные службы. Был сильный запах. Внутри было обнаружено тело молодой женщины. Полицейские сразу выстроили версию. Это девушка азиатской национальности, которая недавно пропала во время круиза по Средиземному морю. Но вскоре появились сомнения. Сильно отличался рост. После снятия отпечатков пальцев выяснилось, девушка русская. На момент смерти она весила 35 килограммов и серьезно болела анорексией. Несколько раз обращалась в больницу. При этом эксперты не нашли на ее теле признаков насилия. По одной из версий, погибшая могла попасть в секс-рабство и серьезно заболела, а впоследствии умерла. Хозяева интим-бизнеса якобы избавились от тела, спрятав его в водах Адриатического моря.